16 сентября более чем в 40 городах Российской Федерации празднуется 16-й парад российского студенчества. От Казанского федерального в этом мероприятии принял участие порядка 4000 студентов. Каждый год парад позволяет множеству первокурсников по всей стране объединиться в многотысячную студенческую колонну, встретить праздник молодежного единства и пройти посвящение первокурсников в ряды студентов. Мы свой праздник сделали 1 сентября, как и подобает лучшим традициям нашего университета, с участием нашего ректора, директоров, проректорского корпуса. Мы этот праздник сделали 1 сентября в деревне Универсиада. Было очень по-теплому и хорошо. Ну и сегодня в нашем городе, в нашей республике большой тоже праздник. Праздник для студентов первого курса. В Казани в этом мероприятии у Центра семьи «Казан» приняли участие около 20 тысяч человек. В этом году у нас первокурсники стали около 35 тысяч наших студентов. В целом по республике у нас всего студентов составляет около 160 тысяч. И Казан считается городом студентов. Участников 16-го парада российского студенчества поздравил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем приветственном письме подчеркнул, что сегодня первокурсники станут частью большой дружной российской студенческой семьи. Эмоции на самом деле уйма, буря впечатлений. Самое главное, что нам дали обложки на студенческие. Это самое приятное, греет душу. Мы выступили, это для меня первый раз такое было масштабное мероприятие. Очень понравилось, и я в дальнейшем хочу принимать больше участия в таких мероприятиях. Очень классное мероприятие, потому что какой-то огонь в глазах зажигается, может быть, и прям хочется веселиться, радоваться жизни, и не думать о том, что ты студент первого курса. Парад российского студенчества в Казани стал не просто шествием, а праздником. Яркие, красиво акробатические и песенные номера. Много смеха, танцев и теплые слова. Парад совместили с фестивалем «Энергия рока», который проводится в Казани в 10-й раз. Хедлайнером фестиваля стала группа «Чичерина». Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Владислав Михневский, Универньюз.